Сейчас все получится, уж с 17-го раза точно получится. Привет, друзья, меня зовут Илья, я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим про этот канал, на котором вы смотрите это видео. Что мне, конечно же, очень приятно, что вы нажали на кнопочку play, что, может быть, вы поставите лайк этому видео или дизлайк, или ничего не поставите. А уж если подпишетесь, то я вообще буду очень-очень рад. Но все-таки, почему я выбрал темой для обсуждения именно канал на YouTube? Сейчас расскажу. Несколько дней назад я забросил в Twitter две ссылочки. Ссылку на секретный паблик ВКонтакте и непосредственно на этот канал на YouTube с призывом: чуваки, подписывайтесь, будет прикольно, я буду рад вас видеть. Одной из реакций, которые я получил, было что-то вроде нет. Наверное, нет, потому что, ну, тебя нафиг, контент какой-то у тебя непонятный, видео выходит нерегулярно, и как бы смысла подписываться на тебя я, в общем-то, и не вижу. С одной стороны, немножко обидно, с другой стороны, мне очень хочется, чтобы каждый подписчик был здесь насквозь добровольным, на 100%, чтобы не было такого, что человек жмет кнопку «подписаться» из-за того, что ему 10 раз с экрана сказали: «Ну, подпишись». Нет, мне очень хочется, чтобы у нас здесь с вами сколачивалось такое комьюнити людей заинтересованных, и все было максимально позитивно, максимально добро, чтобы все друг дружку знали. Это, наверное, какая-то слишком утопичная история, но никто нам не мешает к ней стремиться. Так вот, вернемся к этой реакции. Я подумал, что, наверное, будет правильно с вами поговорить об этом канале, о том, что я здесь собираюсь делать, как вы мне можете в этом помочь и вообще, насколько регулярно у нас тут все будет это происходить. Я как-то несколько недель назад рисовал шапку для канала и в общем, в пику всем блогерам, которые пишут в шапке, типа там, новые видео в 8 утра каждый день, написал новые видео иногда. Потом подумал и решил схохмить еще больше, новые видео каждый квартал. Взглянув на это все взглядом более свежим, я понял, что это полная чушь, и в итоге сейчас ничего не написано. Но сам факт, нам нужна какая-то периодичность выхода видео. Чтобы вы понимали, люди, которые не делают видео, это не так уж и просто. Это вам кажется, что сел, нажал на кнопочку play, потом в итоге вырезал всю абсолютную чушь и залил на YouTube. Так получается видео. В принципе, это недалеко от правды, недалеко от того, как оно обстоит на самом деле. Но очень много моментов, которые реально выбивают из тебя весь дух, в этой цепочке полностью отсутствуют. Вот, например, конкретно это видео я пишу, ну, честно, не знаю уже с какого дубля, я час крутил, вертел вот эти вот софтбоксы, которые рядом со мной, для того, чтобы свет не отражался в очках, потому что я знаю вас, это же выбешивает, не знаю как, для того, чтобы не было дурацких теней на лице и прочего-прочего. В итоге я сейчас все опять поломал. Но у нас тут не профессиональный видеоблог, поэтому можем себе позволить. Сейчас посмотрю, что я хотел сказать. У меня все записано, я составил план. Так вот, есть интерес, есть понимание того, что тематику канала нужно оставить примерно про мобильные гаджеты, про смартфоны, про планшеты, про мобильные приложения, игры. То, что нам с вами близко. Я уверен, то, что практически 100% зрителей этого видео так или иначе интересуются мобильными гаджетами. Иначе, ну, непонятно, как вы здесь оказались. И поэтому про гаджеты мы будем с вами говорить. Будем говорить, наверное, про наиболее интересные. По крайней мере, вот сейчас мне очень хочется достать Моторолку, но в то же время совершенно не хочется делать обзор. Вот это вот, знаете, вот на левом торце у нас тут такая кнопка, снизу у нас тут такая дырка, сверху вот еще дырка для микрофона. Таких обзоров очень много, это неинтересно. С другой стороны, лично мне интересно делиться с вами своим мнением. А раз вы здесь, то вам, видимо, это мнение по какой-то причине интересно. Это классно, у нас есть с вами точки соприкосновения, с помощью которых мы сможем с вами и дальше таким образом коммуницировать. Поэтому относительно гаджетов, я думаю, что у нас будет что-то вроде рассказов. Ну, звучит корявенько, согласен, я еще не придумал, как это можно нормально назвать. Но каким-то образом мы все-таки про гаджеты будем с вами говорить, будем обсуждать. Например, напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу такого формата про 10 причин за или 10 причин против. Потому что, мне кажется, таким образом можно кратко, быстро, но в то же время очень емко описать
достоинства или недостатки аппарата. А еще меня очень часто просят снимать влоги на тему того, как я живу, потому что, судя по всему, у многих подписчиков есть ложное ощущение, что я живу жутко интересно. Нет, на самом деле живу я достаточно спокойно, а влоги снимать, ну вот честно, я с трудом представляю, как это лучше делать, как правильно, потому что у меня есть эталон, это Кейси Найстед. Этот человек каждый день выпускает по видеоблогу из своей жизни, делает это настолько охренительно. Я для вас специально ссылку оставлю в комментариях, чтобы вы тоже могли посмотреть, если еще не смотрели, как нужно делать видеоблоги. Просто я более интересных, более крутых, более профессиональных видеоблогеров еще не встречал. Мне же до Кейси, как до, в принципе, любого небесного тела, очень далеко, потому что он крутой, а я вот как-то не очень. Поэтому я, наверное, буду делать то, что у нас с вами получается лучше всего говорить про гаджеты, а влоги, ну, может быть, когда-нибудь. Я не буду говорить строгое «нет» никогда в жизни, потому что никогда не знаешь, как оно в итоге-то окажется. Может быть, когда-нибудь и сделаем, если будет действительно что-то интересное. А так, я периодически делаю трансляции в Перископе, где тоже делюсь с вами своими мыслями, отвечаю на какие-то ваши вопросы, и в целом мы там тоже с вами общаемся. Я стараюсь быть ближе к вам. Мне кажется, это круто. А ведь на самом деле, я уже начинал вести этот канал, я сейчас поскрывал половину видео, которые выходили там, в начале 2014 года на этом канале. Правда, тоже хотел, все никак мне не хватало времени, но сейчас я более замотивирован, и поэтому я очень постараюсь сделать так, чтобы у нас с вами было как минимум 3 видео в месяц, а в идеале каждые выходные, но посмотрим, как оно будет получаться. Вы, в свою очередь, можете прямо повлиять на количество и на периодичность выхода роликов. На самом деле, сделать это очень просто. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, вступайте в паблик, там мы тоже можем с вами пообщаться. В целом, давайте коммуницировать больше, потому что именно наша двухсторонняя коммуникация заставляет меня каждый раз нажимать на кнопочку записи на камере и что-то для вас записывать. Предлагайте какие-то идеи, мне будет очень-очень приятно, если вы будете максимально, я это в каждом видео говорю, максимально участвовать в создании контента на этом канале. По крайней мере, хотя бы идеями. Это будет очень-очень классно, друзья. У меня ведь даже, знаете, были идеи снимать какие-то геймплеи игр. Правда, геймер из меня не очень. Я пытался разобраться с Эксплитом, и, в общем-то, наверное, геймплеев у нас с вами на канале пока не будет, потому что все очень как-то сложно. Поэтому фокусируемся с вами на гаджетах, стараемся выпускать ролики каждую неделю и максимально активно коммуницируем, жмякаем всякие кнопочки подписаться, поставить лайк, ставить какой-нибудь комментарий. Мне любой фидбэк важен. Если вам что-то не понравилось, напишите об этом. Если вам что-то понравилось, вдвойне обязательно написать об этом, потому что мне важно понимать, что вы одобряете то, что я для вас делаю, потому что вы, собственно, это те люди, из-за которых я здесь. На этом, друзья, имею честь с вами попрощаться. Увидимся еще не раз. Пока-пока.